Главное событие в жизни, для которого нужно купить 1000 мелочей. Фото в одном магазине, платье в другом, туфельки в третьем. Это неудобно. Сегодня мы решили провести небольшой эксперимент и собрать тотал-лук для невесты в пределах одного торгового центра. А вдохновила нас на это Кристина. Без 5 минут заботливая жена. Но пока лишь обескураженная невеста. Времени не так уж много, и эта свадебная суматоха вывела меня из колеи. И, мне хочется просто по максимуму быстро подобрать все для свадьбы и выбрать то самое платье, которое я мечтаю, которое у меня просто в голове. Ну и плюс там хотелось бы нижнее белье, туфельки сразу подобрать, там аксессуары какие-то определенных платьев. Без паники, Кристина, немедленно начинаем наш шопинг-тур. Первым делом обручальные кольца. Их можно выполнить на заказ или приобрести на месте. Очень эффектно будет выглядеть изделие с датой бракосочетания. Дальше нижнее белье из тончайшего кружева с милыми колечками, подчеркивающими свадебную тематику, и прочие пикантные детали для наряда новобрачной. Свадебный интерьер тоже не стоит упускать из виду. Украшая самый торжественный день в своей жизни, Кристина решила подобрать детали в одном стиле. Любая барышня согласится, свадебное платье – центр торжества. Именно оно задает тон празднику. Пышное, как у принцессы, или кружевное в стиле винтаж. Такое обилие воздушных, нежных нарядов легко может вскружить голову. На самом деле, формула покупки идеально сидящего по фигуре, но демократичного по цене свадебного платья проста. Огромный выбор платьев и очень опытные консультанты, которые смогут посоветовать, подобрать, создать ту атмосферу, которая называется приятными хлопотами для наших невест. Очень красивые просторные примерочные, в которых специально направлен свет, и невеста видит платье во всей красе. Легкие воланы, утонченная шнуровка на спине и ничего лишнего. Кристина, как вам платье в груди? Потуже, можно еще, пожалуйста? Наряд можно завершить фатой, ну и, конечно, сразу подобрать туфли в тон к платью или атласной ленте на талии. Зачастую мужчины даже не догадываются, насколько дамы внимательны к мелочам. К белоснежному наряду силуэта рыбка консультант предлагает подобрать небольшой клатч или сумочку. Завершенный комплект прекрасно смотрится на подиуме. Наконец, наша невеста остановила свой выбор на пышном платье с вышивкой ручной работы и длинной фатой. Осталось лишь привести жениха и подобрать костюм для него. Не обязательно ограничиваться только покупками во время похода в свадебные галереи. Сегодня стало возможным практически полностью организовать торжество за несколько часов в одном месте. Туристическая компания. Это аренда лимузинов. Это в том числе эвент-агентство, фотографы, видеооператоры. Диджей, тамада, абсолютно все. Планируйте самый счастливый момент своей жизни. И пусть предсвадебные хлопоты оставят о себе только положительные воспоминания. Найти все необходимое от обручальных колец до костюма и платья можно в свадебной галерее Блесс на улице Краснодарской, 8, телефон 206-80-90. Купите все и сразу для своей свадьбы, и вы сможете поучаствовать в розыгрыше квартиры.